Ребята, привет! Короткое видео из Краснодара. Хотела вам показать классную кафешку. Называется «Люба кафе» в Краснодаре. Это прямо возле галереи Краснодар. Вот так выглядит. Тут видите, какие-то цветочки в горшочках. Такие диванчики классненькие с подушечками, кресла такие. В общем, все классно. Вот уже мне принесли мои варенички с адыгейским сыром. Капучинка с молочком и чай с жасминовый. Еще жду котлетку. А что я хочу сказать? Вот мне многие пишут, что вот ты постоянно показываешь еду, как будто ты не наелась. Ну, во-первых, да, ребята, я соскучилась очень сильно за вареничками, котлетками таким всем. Мне надоела уже вся эта мексиканская еда, фахитосы, бурритосы, бургеры, френч фрайс. Это я уже не могу на это смотреть. Я с огромным удовольствием вот не ем ничего больше в Краснодаре, кроме как нашу обычную традиционную русскую еду. Лапшички, борщики, суфики, котлетки, люля-кебабки, бестроганов, чаечки, сырнички, блинчики. Это просто я наесться не могу на самом деле. Я больше не хочу заказывать вообще ничего из еды. Это раз. А потом сервис, да, то есть все эти тарелочки, как они все, ну, красивая, какой дизайн тарелочек. Вилочки, ложечки, видите, приносят в пакетиках вот такие, да. А тут же стоят ведерко вот с салфеточками, там этот, соль, перчик, все. Очень красочное меню. Меню просто, знаете, потрясающее, с картинками, с фотографиями, со всеми делами. Большой очень ассортимент еды. Приносят очень быстро. Вот дизайн самих кафешек. Смотрите на эти светительные, вот эти светильнички, да, дизайн светильников. Всякие вот эти вот лампочки, столики. Ну, очень все, знаете, достойно. Очень хорошие официантки. Все очень чистенько. Вот, спасибо. Вот как раз мне принесли мою котлетку. Представляете, какая прелесть вообще. Вот куриная котлетка с пюрешкой и соленым огурчиком. Это где вы такое в США съедите? Нигде. Цены тоже очень демократические. Значит, $300 варенички. Извините, рублей. А кофе 170 рублей. Вот с молочком чай 200. Жасминовый. И котлетка тоже 300. А, причем вот эта вся сервировка. Еда вся свежайшая. То есть не то, что разогрета. Надо реально минут 15 ждать эту котлетку. Ее для тебя жарят. Вот. Я здесь уже кушала не первый раз. Притащила сюда уже своих друзей кушать. Потому что просто потрясающее качество еды. А летом вот тут на улице у них еще есть навесик. И там можно летом сидеть. Они туда столики выносят, когда хорошая погода под навесом. Сегодня, кстати, в Краснодаре, наверное, плюс 16 или плюс 17. В принципе, я гуляла на улице, достаточно тепло. Вот. Ну и потом покушать можно сходить в галерею и купить там все, что вам нужно. Цены, я считаю, даже для Краснодара вполне демократически. Качество еды потрясающее, сервис просто выше всяких похвал. Вот. А в Америке, вы понимаете, уже совсем все не то. То есть качественные ресторанчики вот с таким вот как бы обслуживанием, где вам не пластиковые вилки с ложками подадут, пластиковую тарелку, да, и кофе вам нальют в какой-нибудь пластиковый чай этот, из этого, как он называется, ну, тоже одноразовый стаканчик с кофе дадут. Там цены будут у вас, как в ресторане. То есть вот такие варенички бы, ну, как их там нет, да, но если бы что-то в таком плане, то все, что с мясом, котлетками, думаете, это примерно $16-17 бы было блюдо. Кофеек такой, $4. Ну, чая вы вообще там не получите, горячего я не делаю. Либо, знаете, если вы говорите, хочу горячий чай, вам принесут просто стакан кипятка и к нему на выбор пакетик чая. Типа то, что вот, ну, кидайте сами пакетик. А, вареников нет. Ну, что-то, например, скажем, подобное мексиканское, может, какой-то вариант с фармерс чизом, может, такие. Или вот итальянское что-то, может быть, допустим, равиоли, да, начиненные сыром. Да, конечно, не вареники наши,
с адыгейским сыром, ну, допустим, пусть это будут равиоли, ну, тоже предела 15-17 долларов. Это кафешки, где вам это все, допустим, в тарелочку красивую насыпят, да? А если это кафешка попроще, где пластиковые ложки, вилки, то это будет все гораздо, ну, может, чуть дешевле, но качество будет гораздо хуже. И сервис вы будете ждать все это очень долго. И за соседним столом у вас будет сидеть группа черных, которые будут хохотать, ржать, кидаться хлебом друг друга и визжать, как нереально. Еще будет хорошо, если они на стол не запрыгнут или не начнут на нем танцевать или что-нибудь такое устраивать. В общем, вот короткая вам заметочка. Я, конечно, пока я ждала свою котлетку, вот ее принесли. И сейчас у меня будет полноценный воскресный обед. Вот, всем привет из солнечного Краснодара.